5 марта, Дикавказ, первую съемку сделала 18:54. Сейчас уже 19:24. Они все так же еще висят, плывут, виднеются. Кстати, в бинокль я разглядела парочку звезд на таком же расстоянии, как вот эти, от вот и более яркой звезды или планеты. Но через пленку их еле-еле видно. Небесную пленку, которую нам щедро дарят. Так что пока они здесь, приближаются, видимо, к горизонту. Послежу еще, если они затянет нижними облаками. На полосу не обращайте внимания, это какой-то временный, не знаю, что это, как это назвать, дефект телефона, что ли, очень редко бывает. Еле-еле каким-то красноватым тинком светится, так и вообще не видно. В общем, еле-еле. Ну, глазами вижу нормально.